Итак, я научу вас делать бутерброд. Ладно. Кузнечик так кузнечик. Это очень больно. Ой. Мам, я не могу ногу разогнуть. Мам, помоги. Ой. Hey guys, с вами Лиза Нейс. Всем привет, ребята, вы на моем канале. И сегодня я снимаю 24 часа челлендж. И это будет очень интересное видео, поэтому подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, так как нас уже 700 тысяч и скоро нас будет миллион, а на миллион подписчиков я разыграю 3 iPhone X. Кстати, своих подписчиков я называю ананасики. Почему так? Просто, мне кажется, это очень мило и прикольно. Сегодня будет очень интересное видео. Кстати, ребят, у меня видео выходит каждый день, поэтому не забывай нажимать на колокольчик, ведь каждое мое видео очень-очень интересное. А также хочу тебе напомнить то, что по субботам у меня выходит новая серия «Школа перезагрузка». Кто не знает, «Школа перезагрузка» — это такой классный сериал, который я снимаю со своими друзьями в школе. В общем, если вы еще не смотрели «Школу перезагрузку», то обязательно смотрите. Также у меня есть Инстаграм, я подписана вот так вот. Вот так вот, да. Ссылочка будет в описании. Давайте начнем с того, что мы с мамой поспорили на ЗФА и выбрали, кто какой пранк будет делать. Я свой пранк уже снимала. Если вы не смотрели еще это видео, то тыкайте вот сюда, нажимайте, смотрите и дальше переходите на это видео. Мама должна была снимать 24 часа кузнечик, но, к сожалению, мама не хочет сниматься, маме, если честно, немного стыдно. В общем, я решила взять все в свои руки, и поэтому, чтобы мама не стеснялась, сначала я сделаю этот челлендж, а потом, я думаю, мама. В общем, да, сегодня 24 часа кузнечик. Если кто не понял, то 24 часа я просто буду прыгать как кузнечик. И я думаю, 24 часа можно начинать прямо сейчас. Поехали! Как вы видите, я передвигаюсь чисто прыжками. И это не очень, я вам скажу, удобно. Поэтому, блин, я кушать так хочу. Идемте покушаем. Боже. В общем, господи. Вот, ребят, я поставила камеру и буду готовить кушать. Я очень хочу какой-нибудь легкий перекус, типа бутербродика, поэтому бутерброд. Итак, я научу вас делать бутерброды. Что нам нужно? Это сыр, колбаса. И нам нужен хлеб. Где хлеб? Блин, ребят. Смотрите, где хлеб. Ладно. Кузнечик так кузнечик. Блин, ладно, промазала немного. Опа, есть. Я достала хлеб. В общем, наше кулинарное шоу продолжается. И готовить мы будем на полу, шучу. Просто ложим хлеб, берем сыр. У меня он нарезанный, мне повезло. Берем сыр, ложим. Готово! Вот так вот легко мы приготовили вкусную еду. Так, а я вот думаю, зачем мне сейчас хлеб относить на холодильник, ну и прыгать сюда, я же могу просто его кинуть. Если, короче, он там рассыпется, ну в смысле раскидается, вы поняли, то это будет капец. Опа! Я думала приготовить себе чай, но чай, я думаю, вы поняли, то, что я приготовить просто физически не смогу. Серьезно, у меня уже так ноги устали, это капец. Хоть прошло буквально минут 5, и я не могу просто больше ничего делать. Но я сейчас хочу накраситься, потому что очень хочу поснимать видео в ТикТок. Извините, конечно, за вот эти вот трясения раз, но типа... Вот мой хомяк. Я сейчас беру косметику, и мы идем краситься. Короче, ребят, приехали мы к тому, что у меня вот там вот косметика. И я не могу ее достать. Опа, есть. О, боже, сейчас все вылезет лица. Краситься я буду вот здесь вот. Все, ребят, я накрасилась и кое-что поняла. Я хочу в туалет. Что? Как мне это сделать? Как мне просто... О, боже, мне так сейчас стыдно, серьезно. В общем, ребят, я хочу немного отдохнуть, поэтому пойду сейчас полажу на лестнице. И
просто отдохнула, потому что мне сейчас очень сильно болят ноги. И я уверена, что реально в конце дня у меня будет очень сильная крепатура. Попрыгали. Косметику приберу потом. Вообще, ребят, я уже поставила камеру и хочу полежать. Есть! Я запрыгнула. Вообще, ребят, я сюда приползла и хочу пойти на Игоря кровать. И поэтому решила заснять, как я буду это делать. Блин, а это не слишком опасно? Ну, считаем то, что есть. Привет! Я в окне. Пап, можешь, пожалуйста, подать камеру? Скачи обратно. Нет, пап, ну подай камеру. Ты же кузнечик. Лиз. А? Ты сейчас занята чем? Ну, можно и так считать. Лиз, какое занято? Ты в телефоне сидишь. Иди лучше посуду помой. Пап, ты серьезно? Да. Пап, ты же знаешь, что я у меня 24 часа кузнечик? Ну, скачи тогда в кухню и помой посуду. Ну, я отдохнуть хочу. Лиза, ты так отдыхаешь, скачешь туда-сюда. Давай, давай, пошла. Нормально? Давай. Бездельница. Руки в ноги и вперед. Блин, я падаю. В общем, вот там вот посуда. Как мне ее помыть? Ладно, есть у меня один план. В общем, я запрыгнула на стул, и вот так вот я буду мыть посуду. Так, есть. Хорошо, что полотенце прям рядом. Кстати, я здесь нашла мандаринки. Это хорошо. Ребят, я, короче, запрыгнула на кровать, и я просто не могу больше прыгать. Мне безумно болят колени, я их выровнять не могу. Ау, это очень больно. Hi, guys, с вами папа Лизы Найс. Я знаю, что Лизка снимает сейчас пранк, точнее, не пранк, а 24 часа кузнечик, поэтому я хочу ей дать каких-нибудь интересных заданий, чтобы ей было не скучно. Лиза! Можешь мне, пожалуйста, зарядку принести от телефона? У меня телефон сел уже почти. Ну, принеси сам, ты знаешь. Я не могу. Да можешь ты все, Лиз. Ты сильная, я знаю. Пап, ну блин, чего ты это не можешь сделать? Ну, я тебя попрошу, я занят сейчас, за компьютером сижу, ты видишь, ну, или нет? Я тоже занят. Да чем ты занят, Лиз? Опять в Инстаграме? Давай, давай. Ладно, сейчас принесу. Спасибо тебе большое. Скачи, мой кузнечик. Давай, давай. Пап. Ну, у меня телефон садится, давай уже. Работай, работай. Ну, да. Ой, колени, 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 стой. Давай, уже почти принесла. Можно давай. Кинуть? Лови. Давай. Не ломай мне заряд. Ребят, никогда такого не повторяйте. Ребят, это очень больно. Ой. Мам, я не могу ногу разогнуть. Мам, помоги. Ой. Ой. Ребят, никогда такого не повторяйте.